Всем привет, дорогие друзья, с вами Жека и Влад. И мы на канале Прикоснуться к играм. Проходим миссию Рисковый ход. Это Watch Dogs, кстати. Ну, погнали, дорогие друзья. Какой-то вибратор сработал. Мистер Криспин, сдайте оружие. Ну, раз так положено. Осторожно. Мистер Куин сказал, вы посмотрите товар. Я хочу знать, за что плачу. За что плачу? Что продали? Я просил, чтобы мою покупку доставили сюда. Где мне найти Поппи? Мистер Куин уже в курсе. Все хорошо. Она здесь. Эй, чувак. Вот правило мистера Куина. Оплата через надежный аккаунт или наличными. Хотите посмотреть девушек до начала аукциона? Заплатите. Yes, вперёд. Yes. Высший сорт будет позже. Не хотелось бы снижать цену. Да, все понял. Давайте-ка без глупостей, не то прикроет этого. О, взлом, дорогие друзья. Сейчас мы его на изи взломаем. Это отвечает Влад. Я же говорил, дорогие друзья. Чего? Я говорю, ё-моё, тут все головы. Да ладно. Пусть в этом году охрану обеспечивает Ирак и его люди. Вайс-Ройс. Так что, торговать наркотой в Уорпсу не получалось неплохо. Я пообещал Ираку, что он получит еще больше. И он согласился. Это мистер Криспин. Куин уже ждет его. Вам будут представлены различные лоты. Но кое-что в частном порядке. У всех есть индивидуальный номер. Это удобно. Кто-то любит смотреть на экран. А у тебя пушки нету? Для вас все лучше вживую. Я должен полностью насладиться вашим ассортиментом, так ведь? Этой слабости я никогда не поддавался. Давай, мистер Куин. Жалко, что... ствола у нас нету. Если нет ствола, значит будем использовать камеры и телефон. Ах, мы будем взломать или что-нибудь открывать или что-нибудь воровать. Дорогие друзья, убей человека Куина. Что-то неладно. Все, кто входит, перепроверяем. По два раза. Или даже по три. Дорогие друзья, я хочу спросить, кто ждет Watch Dogs 2? Напишите в комментарии. Как ни крути, пропали ваши люди. Это риск, тут охрана не спасет. Надо все отменять. Риск? Это показывать свою слабость. Спокойно. Делайте, что нужно. И не дурите. Моим парням стрёмно. Ваши люди – расходный материал. Главное – бизнес. Найдите тех, кто убил моих людей. Это все. Мистер Криспин. Прошу прощения. Конечно. Наш гость прибыл. Мистер Куин, боюсь, мне пора. Как вам спектакль? Вы про тот, что я застал тут? А, мой партнер, мистер Рак.
Верный боец. Но еще молод. Что вы видите там внизу? Я вижу демонстрацию силы. Мистер Ирак видит аукцион, видит награду. Мой опыт научил меня не быть ведомым. И не отступать. Не узнаю акцент, мистер Криспел. Я многому научился, чтобы стать тем, кто я есть. И удача тут ни при чем. Мистер Криспин, тебе не верят. Знаю, идем. Давай. Ближе. Тату. Под кожей установлен маячок. Эффективный бизнес превыше всего. Зашифрую сигнал. Уже? Да. Я подслушал разговор о Криспине. Они что-то заподозрили. Быстро уходи. Через подвал. А ты? Нет. Не помню, как нас заметили. Ну, я вообще-то просто спрятался. Походу, увидел. Каким образом, непонятно. Угу. Дорогие друзья, нас увидели. Шел разговор о Криспине. Они что-то заподозрили. Быстро уходили. Через подвал. А ты? Ладно. Я вернусь. Аукцион готов. Давай, нам надо отсюда выйти. Американский товар. Думаю, все уже надо валить. Надеюсь. Я с тобой полностью согласен, Эйден. Надо валить. Вот, один есть. Классная пушка. Придется потакать им, или потеряю источник дохода. Может, сзади? Репутацию. Будут найти Криспина. Он не должен уйти отсюда. Увидите, вяжите. Так, все дела теперь. На, по башке. Да, дорогие друзья, в этой серии мы, наверное, не сможем прощаться. По небольшим причинам. Да, совсем маленьким причинам. Очень маленьким. Возможно, это будет не серия. Надеюсь, мы не сможем. Главное же, мы с вами здороваемся. Каждый первый норовит убить. Пора обновить пушки. И самое главное, подписывались на наш канал. И ставили... лайк. Да, правильно. Смотри, мы вернулись от прилища. Это хорошо. И сейчас начнется экшен. Шутер от третьего лица. Опа. Тихо. Чем такие жестокие, а? Ой, бай. Вы что-то это и видели? Да. На всех.
Нифига ты что это стоит, хэдшотишь. Это одна таблетка. Новое оружие. Может, пистолет пыльно. Ну-ка, шмальни с него. Пистолет пулемет? Это точнее автомат. А, ну. Тогда давай, может, постреляем. Иногда будем, когда будут перестрелки, я, наверное, стрелять в дигу, когда будут реально. Ну окей. О, твою мать! Хэдшот! Да так, просто ваших убили парочку. Найти его! Он где-то здесь! Он все еще здесь! Найти! Он нашел хэдшот! Серьезно? Да ладно. Я в шоке. Влад, как ты смог? Как ты мог? Я тупо стрелял, ноги попал в голову. Это как? Там кто ушел. А-а. Вот, чёрт. О, тоже в голову. Черт, не тупи! Гранейт? Их спалили, что? Где-то сзади. С дробовика шмаляют. Спокойной ночи. Кто-то нас пытается убить. Красиво. Реально оружие без лошади. Надо, да? Ну. Сейчас у меня люди! О, пулемет, чувак! Да, но, блин, мне как бы не весь. Нет, не сдох он. Шмаляет. И конкретно шмаляет. А ты что взрываешь? Ой, бай. Он бы тоже тебя прострелил. Да успокой его уже! Да. Ты что, ему гранат кидаешь? Еще раз, еще одну грену, все ему капец. Все. Хватит грены кидать. Убийственная. Все пять звезд по жесткости.
Круто.